Всем привет, друзья! С вами Павел Лохнин, и, как вы знаете, я играю на педалях Tama Speed Cobra. Отличный кардан, никаких особых претензий, но по умолчанию прямо с завода он приехал ко мне уже с люфтящим валом. Вот, я люфты терпеть не могу, это просто кошмарно, тем более у меня достаточно как бы, много в игре всяких сложных партий, как бы с левой ногой, там двоечки и так далее. В общем, раздражает люто, когда ты не можешь нормально как бы играть и чувствуешь такой лаг в левой ноге во время игры. Это чудовищно неприятное ощущение. В общем, обратился я к ребятам из Fatcustom Drums, чтобы они сделали мне абсолютно не люфтящий вал. Они такие производят и производят на заказ. Я подождал пару недель, и они, соответственно, мне этот вал сделали. Я протестировал этот вал несколько месяцев, и я могу вам сказать, что это один из лучших валов, в принципе, который я когда-либо тестил, который когда-либо ставил у меня на педалях. У меня педалей было огромное количество разных вообще. В общем, вал выглядит вот так. Как вы видите, в нем нет никаких люфтов, он просто физически не может люфтить, а если вдруг и начнет, его можно просто банально шестигранником подкрутить, и никаких люфтов не будет. Он достаточно широкий и подойдет для практически, как я уже говорил, любого кардана, кроме ДВ, потому что у них не полукруглые оси, а квадратные. Здесь же расчет только на полукруглые оси. Я настоятельно рекомендую вам заказать этот вал к вашим педалям. Стоит он не то, чтобы каких-то шибко лютых денег, вот, но, разумеется, как бы его бессмысленно ставить на совсем дешевые педали, потому что он сам будет по стоимости там, как бы, ну, немногим дешевле дешевого кардана, вот, но как бы на хорошие престижные педали, где уже подрасшатался вал, и вы не хотите заказать себе такой же, который как бы, скоро тоже расшатается, то я вот настоятельно рекомендую вам взять вот именно, потому что сам его использую. Отличный вал. Что ж, всем удачи, всем пока. С вами был Павел Лохнин.